соревнований присутствует. Разрешите мне от Судакского городского совета, его исполнительного комитета, поприветствовать вас на нашей гостеприимной Судакской земле. Я от имени исполнительного комитета выражаю большую признательность Федерации Великолепной борьбы Украины, Федерации Великолепной борьбы Крыма за то, что они в своем графике не забывают наш город. И вот уже мы второй раз в нашем городе в этом году проводим столь серьезное, авторитетное соревнование. Сегодня соревнования проходят пятый раз в Украине, и мне бы хотелось, чтобы этот юбилейный год победила сильнейшая команда. И те спортсмены, которые сегодня примут участие на этих соревнованиях, также готовились уже на следующий год, я имею в виду следующее четвертьлетие, к Олимпийским играм 2016 года. Успехов и пусть победит сильнейший. Удостоверение мастера спорта Салиеву Бедеву, молодому перспективному борцу, сегодня призеру Кирилла Украины. Поздравляю тебя, Бедев. А точнее, помещение. Тебя личная федерация и президент федерации Аксенова награждает денежной премией за удачный год этот, который так показал достаточно высокие результаты для своего возраста. И желаю тебе счастья, здоровья и удачи. Ну и очень важное событие, еще одну ступеньку преодолел наш олимпиец, второй за всю историю крымского спорта, по любому виду борьбы, Ленур Тимиров. Мастер спорта международного класса.